Всем привет, с вами Транспорт СПБ Метро. Сегодня мы играем в игру Hero Subway Simulator. А перед началом видео поставь лайк и, если будет интересно, подпишись. В этой игре можно собирать со станции прибыль за час $20 США. Также можно получать ежедневные призы. Тут можно прокачивать состав, правда, пока один. Минус игры есть только один, то что звук поезда в туннеле напоминает звук поезда, проходящего через стрелки. Все остальное тут плюсы.
И да, станция Васильковская названием похожа на станцию, которая находится в Санкт-Петербурге на Тринневско-Василеостровской линии. Станция Василеостровская, имеющая вторые двери гор-лифт.